Цель, чтобы люди танцевали. Ты должен это сделать. Потому что диджей от дискотеки получает удовлетворение. Он удовлетворяет свои, как бы, ну не знаю, потребность у него просто. Потребность поклубить народ. То есть потребность того, чтобы люди потанцевали под твою музыку. Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх. Раз, поворот. Два, наклон. Три, выпрямиться. Четыре. Еще попробуйте. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь под музыку. Человек просто входит в клуб, оторвется, и ему уже там не надо пойти никому морду бить. Он как бы все в танце выложил. Второе упражнение – подтягивание. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх. Потянитесь. Раз, два, три, четыре. Руки вверх. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А у меня есть столько музыки, и как бы хочется с ней поделиться с кем-нибудь. И вот. Руки вверх. Руки вверх, руки вверх, руки вверх, руки вверх. Еще раз, 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 еще раз. Еще попробуйте. Бегом, марш! На кассетах сделал несколько вечеринок у себя в техникуме таких. В общем-то, прошли они довольно-таки успешно. Ну, вот. А потом купил себе проигрыватель компакт-дисков. Начал покупать компакт-диски. Вот. И получилось так, что я как бы не могу удержаться, когда вижу какой-нибудь компакт-диск хороший. Я просто это как наркотик. Я даже последние деньги выложу. Наши занятия окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем. We'll be right back.
какая у меня цель, значит, такая, значит, стать профессиональным диджеем и работать на профессиональной основе в нормальном, хорошо оплачиваемом месте. И играть ту музыку, как самое главное, конечно, это играть музыку, ту музыку, которая тебе нравится. Тяжело себя судить объективно. Наоборот, надо говорить, что да ты ничего у тебя не получается, никогда и не получится, и вообще. Что-то рассказали, что как бы клуб открывается, какой-то там клуб, и надо, надо сходить посмотреть, что за клуб. Вдруг там диджей требуется. Я пришел туда, говорю, вот, типа как бы и диджей. Пока наш клуб работает, как бы только раскручивается и работает как бы в минус. И получается, что как бы я ничего пока не получаю с этого. Профессиональной аппаратуре я мог сказать, да, я творю.